Хорошего настроения, до связи. Цитрус индусу. Цитрус, вас не наблюдаю, вас не наблюдаю. Для вас на данный момент ничего не имеем. Маяк Чирикова, значит, Тара Алевина, Спафарева. Это 4 маяка Магаданской области. Вот она есть в зоне ответственности. Завиток индусу. Завиток, если вы меня слышите, уголь загрузили, привезли. Погода вроде позволяет. Понятно. Что ждем? Медведи тут, да? Не понял. Медведи тут? Ой, медведи здесь как собак в Богатане. Да. За кого тут? Покажите мне, ознакомьтесь вкратце. Два областного и один городской. За кого голосовать? Зачем? А что такое? Сегодня какое число? Сегодня среда, ребят. Сегодня вторник. Сегодня вторник, 25. Я уж тут потерялся вообще. Так вы два отодрали, да, сразу? Два сразу. Лишь листок оторвал. В том году установили палтуса два штуки там у нас. Далеко туда, к трем братьям. Мишки, вот сейчас они на речке. Сейчас красная рыба-то на речке. И вот они сейчас на речке пока. А в основном, видите, у вас времени нет. Я вам показал, убитых там. Медведи? Медведи. Ну а кого? А, вы убиваете? Ну а кто? Я с женой. Здравствуйте, давайте проходим. Только я иначе убью здесь не буду. Я с женой. Посмотрите вокруг. Охот. Соболь, петлицы, все это. Мы раньше с семьей, да, жили? Раньше мы, да, жили. Вот они все родились, вся семья у меня, все дети родились на маяках. Так что у меня вся жизнь связана вот с этим. То есть сейчас на пенсию выхожу. Да никак не выйдет. С пенсионного фонда. Вот, в гости приехала. Одиночество, конечно, как бы вот такое, тоска. Как бы, да, вот это вот самое такое, что тяжесть в этом заключается. А так, технически, если голова на плечах, оно все крутится, вертится. Похудел бы, когда привезли, был толстенький такой. Ну, видите, какой. А сейчас он пожарит. Нет, ну, как сказать, это все же от человека зависит. А еще можно так сказать, а куда ехать, если не сюда? Влюбленные в свою работу, романтики. Наверное, романтики. Такие, наверное. Любят свою работу. Балдеют от них, как говорится. Какой стороной отсюда? Кого? Сколько он будет нести? Да вот он бежит уже. Быстро обратно жду. Я, наверное, с Витькой. Вот Витька через 3 дня. С Витькой? Да, он через 3 дня.
экспедиция доставляла с собой портреты 30 лидеров разных стран. За это платят деньги. Еще больше новостей, буквально через час скоро увидимся. Так, давай погоду. Где погода? Тоже нет погоды. Смотри, что. Северный ветер. Тут эфир. А здесь? А я-то из-за погоды жду, сижу. Погоду обычно передаю. Вот тебе на, посмотрели. Сколько времени? Вот надо ехать уже начинать потихоньку. Заготовкой заниматься. Дров, уголь возить. Людей, видишь, нету, а мне вообще. А я уезжать буду, мне зима. Вот просто для людей даже заготовить, но одному-то мне оно надо, там охота что ли ползать. Возить что-то. Я не знаю, это Урезка вообще. Чего думать я. Не Урезка, от нее-то что, мало зависит. Она сколько уже подавала. Которых я людей приводил, она туда подает, а этот не утверждает командир. Надо ему с образованием, все. Вот, конечно, нафиг от меня разгорится, бумаги не напасешься. Вот стреляет, а? Воду занести забыл, прикинь. Вот я ж сколько на маяке, у меня никаких вызовов, ничего. Другой заезжает, ему надо то, все. Начинают они кипишовать. Вот на Дуге Восточной там вообще дизеля все встали. Они не знают, бедные, как включить свет или что-то. И начинается паника. А тут же я весь маяк с руин поднял, что ли. Когда я принял, тут вообще труба была. Все. Крыша худая, колодца не было, воды не было здесь. Баня худая, насквозь. Лег парень с ног, смотри, звезда. Это сквозь потолок и крышу. Какой парень. Я тут один, и я тоже уже работать не хочу. Мне они уже говорят, ты числись просто, числись, можешь тут и не жить. Говорю, мотайся где хочешь. Только числись. Постоянно с ним речки, и леет речка у нас в поселке. И все детство, короче, на этой речке. С ночевой идем, там, кострыжгом, курим. Машину мечтали, думали, это вот подсчитывали. Так, потому что машина стоила 6 тысяч, чтобы скопить, да, на 100, допустим, рублей получать, если в месяц. Жена там получает сколько-то. И вот, допустим, 100 рублей откладывать ежемесячно. Короче, у нас получалось 20 лет надо копить на машину. 20 лет, это в 20 ты пошел работать, в 40 получится машину больше. И думали потом, или что потом кататься, говорит, выкатил, тряпки протер обратно в гараж.
моего муля. Жена. Да, моего муля. Забор она сама построила без меня. Ну, работники строили. Она не хочет уезжать оттуда. Я ее не могу сорвать. Говорю, да я еще дом построю. Хочу построить в Краснодарском крае. Ветра нет, море отличное. Когда он это нерпу выглядывает, сидит, нерпу на него смотрит, он на нерпу, прикинь. Брателла. Них ты куда бей. Бодрости в шаг добавь. Пусть видят, как здесь выглядят охотники. Держись, медведь. Я тебя вижу. Только покажись. Тот еще охотник, если выстрел услышу, обгонит. Thank you.
Вы хорошие. Это вот Юра сам делал клип. Но это не то, я сейчас лето покажу вам. Это я просто не тот нашла клип. Смотрите, как красиво, да? Это как бы не то, это зимнее. Сейчас я найду летнее, вот он делал. Сейчас я найду. Так, это не то. Буля, глянь, одинаково, я охерею. Ой, сейчас расскажу вам историю, как, пока мы ловили этого палтуса. Вот в этой бухте живет гренландский кит с детенышем. Ой, а его можно увидеть? Ну, редко он как бы, ну... Угу. Ну вот нам повезло. Мы как раз, когда пошли вот на этого палтуса... У нас тогда вообще в тот день был очень хороший улов, мы палтуса много надергали, кроме mm-hmm. этого даже. И вот этого уже здорового вытаскиваем, а мы были, значит, ну, маячник сам, вот Коля вот этот, который, ну, сейчас там был, жена его Лена и я, значит, втроем мы были. Ну, мы там каких-то уже палтусов здоровых надергали, и тут этого монстра достаем просто. Мы его в лодку такой как затащили, а лодка у Коли большая такая, ну, хорошая, хоть и резиновая. Мы вдвоем с Леной на нем сидим. И как на коне он нас поднимает вот так вот, он бьется, и мы как на коне, я думаю, сейчас он нас из лодки повыкидывает. Коля скорее его ножом кое-как убил, и тут на нас начал охотиться этот гренландский кит. У него не детеныш, он именно на нас охотится. Он сначала стал вокруг нас ходить кругами, вокруг нашей лодки. Потом стал под нас подныривать. Мы все уже, удочки позатащили в лодку. Замерли, не разговариваем, ничего. А он встал так вот уже напротив нашей лодки, спина от этой вот торчит. И все. Коля говорит, все, сейчас он пойдет на нас. Ну, видать, он воспринял нас агрессивно, то, что, ну, детеныш его тут рядом с ним. И все, он пропадает, как бы начинает на нас идти, и нам повезло, из-за мыса выходит катерок. А он шумит же, тух-тух-тух-тух-тух-тух. И мы смотрим, он только, ну, под водой, только фух, ушел в ту сторону, мимо нас. А так бы он нас хвостом бы по-любому бы шлепнул. Это Елена Бабкина мне говорит, курей индюков накупила. Приедешь, корову поедем покупать. О, хозяйство. Ой, а у меня море тут, хозяйство. О, полное. Представь. О, какая. Один, но хороший. Ой, аж в песке весь вывозился. Ой, какой. И побежал, подбежал. Тебя укусит сейчас. Четыре, представляешь? Осталось два. Thank you.
горе побывать, слушай, я не помог. Не бывает же так. Ой. Так, ну что, вот видишь? Да, бежит медведя, если видите, все в клочья разорвет. Сразу кидается на него. Маленький такой, а? Не боится нисколько. Да? Да. О, по-моему, загипело, да, слышите? Mm-hmm. Ой, что-то уже ноги Нет, закипает по краям, но еще не бурлит. Ну вот-вот, на подходе. Видят по-другому глаза блестят. Не как у собак, да? Не как у собак. Они... У собак оно зелененьким таким отливает, mm-hmm. а у того прям белый. Пришел же медведь там перед окном. Mm-hmm. И, ну, как бы, блин, как-то так получилось, да? То есть он когда к порогу подошел, я с порога не стал стоять, ну, потому что близко очень. Я заскочил в дом, думаю, блин, я тебя сейчас, короче, с форточки, ну. Потому что, ну, там вроде как дом, форточка. И вот зашел в дом, как бы, зашел в наш этот дом, залез из форточки, все, его уже нету во дворе, куда-то уже испарился. То есть, медведь, есть предположение, что, конечно, он обошел, ну и все, как бы, сидим, что делать, блин, думаю, ну, как бы же, блядь, надо что-то выяснить. У нас скоро, как бы, трехчасовой срок, я уже давай писать, что я в трехчасовой на площадку не пойду, извините, нас вот медведь в осаде держит. Вот, то есть, что делать, как бы, я на крышу раз, ну, как бы, фонарем пробиваю. А туман же еще дождь, как бы, ну, вроде нету никого, вроде, ну, так, хер узнает, темно еще. И там за агрегаткой раз, два глаза, короче. Ну, я на эти два глаза, как бы, там, а собаки, блядь, они после первого выстрела куда-то просто все три собаки испарились, все, их нету. Разбежались в разные стороны. Разбежались в разные стороны, все, ну, ни одной собаки нету. И там я замечаю два глаза. Блин. Медведь нет, ну позвал там Джек, Вася, нет, все, как бы никакой реакции, два глаза стабильно держатся. Ну ладно, спустился с крыши, минут через 10 поднялся, нету, как бы камень туда кинул, раз, чик, опять они. Блин. Думаю, дай-ка я в тебя туда стрельну, короче. Короче, чуть не пристрелил бедную Васю. Хорошо, не попал. Thank you.
Один первый раз маленький был, потом второй раз здоровый был. Мебель же нам привезли. Медведь, короче, всю эту мебель там растрепал. И даже мешки с углем. Вот оно ему надо. Я их там так аккуратно выложил, знаешь, ну клеточками расположенными на складах. Мишка все проверил. Вдруг в мешках не уголь. Так, вот я думаю, хлеб или сейчас поставить, еще погонять до 11, я уже сил нет туда идти. Или завтра. Завтра лучше идти. Да у тебя так хлеб, что туда продукты засыпал. Так вот он 4 часа будет печься, прикинь, до 11, в 11 считай ночь, так разве охота мне туда идти выключать? Нет, завтра будет печь. Ну и пускай оно у тебя до завтра полноте. Не-е-е-е-да. Чё это не? Чё это не? Кощей. Нельзя. Похудел, да? Нет, просто над электричеством чахнуть. Кощей бессмертный, над электричеством чахнуть. Красная рыба, дело в том, что я же тебе говорю, как бы. Да она только пошла, еще не так. Ну там только пальма. Да я не говорю, она только пошла еще. Просто понимаешь, там сейчас черпать особо негде. То есть вот та заводь, где мы в прошлом году черпали, в нее входа нету. Угу, угу. А другие заводи рядом там как бы там пока нету, да? Рыбы нету тоже. Там одна здоровая заводь. Ну, заводь есть? Вот так вот там глубины. О! Петрович, там надо 4 сетки, чтобы ее перекрыть. Мы одной. Невод привезут. А, как хапнем и мама не горюй будет. Ну, это хорошо. Вот так я, вот, я вот думаю, вас там сразу с ружьем, наверное, надо будет встречать. В смысле, охранять или наоборот? Рэкет? Ну да. Я думаю, вы туда даже сами дойдете с неба, а я потом приеду. Надо ему сказать, что в час дня, чтобы завтра ехал на то море. А, крабов искать. Угу. Я смотрю, лодка валяется. Смотри, что дыра какая вот. В хлам ты порвала. Сюда вытащил через щель лапы. Лодку и порвал ее. Блять, его надо здесь подкараулить и грохнуть. Его надо здесь караулить, да, скотину. И вот ночью сидеть здесь. Ну, скотина. Все краболовки поломал. Нет, вроде всего, слава богу, еще. Не порвал. Юрка вообще расстроится. Это наша еда. Это еда нашим собакам. Была. Теперь как вообще прокормиться на этом мизерном пайке, еще и двух собак прокормить. И без собак, сами понимаете, тут нельзя.
щелка была, видишь, он ее расширил, вытащил лодку. У Коли это он контейнер поднял. Что будем делать? Просить у Коли маленькую лодку, Валерину. Но опять же, ее если в том контейнере вряд ли, он опять ее достанет. Скотина, а. Тем более ее не вытащишь по пути ко мне. Здесь вот для этого таскать ладно. Краболовки мы пока оставляем. На нужный момент. Ты лучше делал? Кого? Удочку. Конечно. Коля, как я на рыбалку без удочки? Мне лет сколько? Мне уже 18. Я давно сама завязываю ботиночки. Ты уже совершеннолетняя. Да, я уже, я такая. Смотри, еще 6-9 поломаю внизу. Ты смотри, там опасается. Я колбаса, спирт были. А-а-а. Он стянул плашечку, да. Спирт, коньяк, колбаса. А команда? Команда спаслась. Но добро-то они спасти не могли. Да вот там здесь. Надо поэтому торопиться, а то мы сейчас с мотором не дотащим ее. Паркуйте на этот крупный. Опера пустые, привязываются. Рыбалка наша, все. Так, ты вот сюда будешь сейчас рыбу, одну за другой. Камбала сухая, сейчас она размокнет, рыба ее пока боится, она об нее колется. Сейчас размокнет рыбка и нормально будет. Ух ты, блядь, это что такое? Не знаю. Тяни, быкана поймал. Оторвался. Если бычок будет, оторвался, да? Вроде оторвался. Ну, как тяжело. Если будет бычок, не выкидывай. А что ты, а, трава. Я ж тебе говорю, стоим в капусте, да. Коль. Рыбка, я жду тебя тут, снаружи. Ну все, сейчас начнем. Поплевала на крючок. Без этого никак у нас, у рыбаков. Мы одичавшие, оголодавшие, у нас медведь лодку съел. Длинные-то наживки делать хватает. Нормально. Вот здоровые у них у всех. Холодные все. Иди сюда, рыбка! О, трясочка у нас здесь. Хать. Иди сюда, моя зайка, только не сорвись, я так тебя давно жду. Во, во, я ж тебе говорю, вот смотри, мелкая треска. Главное, одна трясочка. Сюда ее, зайка. Конечно.
Моя ты красавица, море, я так тебя люблю. Ну-ка. Я люблю тебя, моя соленая вода. Вон такой ёж, смотри. Ты говоришь, я тебе к берегу. Красавица. Вытаскивай, вытаскивай, кидай. Сейчас они пачками, прям полная будет. Смотри. Красивый какой, глянь, золотой. Да не, ну лодка тоже кормилица была. Да. Я почему так сильно расстроилась, потому что я вижу, что это не медведь. Явно не медведь, это все дербанка. Как медведь рвет, мы видели. Да, то есть ящики с медью. Там никаких ровных разрывов. Ровных разрезов, он бы ее цеплял неоднократно. Да, вот он, в принципе, тащил мешок с... Вот он тащил мешок. Похоже это на то, что на лодке. Да видишь, вот оно все, видишь? Оно все в дырках, оно все вот такое вот покусано, и оно выдрано именно. Медведь выдирает, он не разрезает. Это не Фредди Крюгер. А там ранение. Явно ножевые ранения на лодке. Это Петрович вот нам заподлил, потому что он знает, если у нас будет своя лодка, Юра его лодку таскать не будет. Вот он просто пошел, порезал нам лодку. Вот такое вот говно, блядь. Ну да бог ему судья, не пойманный, не вор, да. Мы старались со всеми отношениями. Да, и с Валерой, и с Любой, знаешь, и с Колей, и с его женой, да. Мы называли их боги маяка. Как ну бы. Это ты. Ну это я, да. Вину перекладывать. А что-то у него там случилось, все, кто-нибудь да надо виноват крайнего найти. Виноват всегда кто-то, но не он сам. Что-то Юрец меня подрастроил своим вот этим мытьем. Главное, сам это самый виноват, меня тут вообще нет. А высказывает мне, ну, в смысле, я смотрю, что-то расстроенных чувств. Ну, сказал бы, да, вот так он медведь сотрал. А вот тухлятину типа не надо разбрасывать. Я тут при чем? Он выразил же мне, получается. Подметал все здесь раньше, а сейчас даже не делаю ничего. Пускай кто вот приедет из начальства,
Вот сейчас, кстати, они приедут, в четверг я же жду их. А я сюда их заведу. Посмотрите, ребята. Вы все деньги. Залазить будете сами, лампочки мне приедут. Сносить уже сооружение. Но видишь уже, для связки, видишь, что сделано? Залезли изнутри, он весь треснет. Перевезло, и вот это все протирали раньше спиртом вот этим. И лапочка сама яркая, и еще вот это отражает. И почему далеко, вот далеко, видать. Короче, вот там баллон внизу лежал, падает вот там. Вот это брату зажигаешь, вот это. Вот он уже дублирует, когда ветры стоят. Качается аж. Чувствуешь? Ветер, порыв как даст, она аж вот так ходит вся. Валим отсюда, пока при памяти. Мажешь чернилами, ну вот оно не пишет, ты прям вот... Я кончик, мажу кончик. Все. Все очень... Вот, да, если бы оно такую тоненькую давал вообще на температурном, смотри, какая будет прелесть. Ты погоди, пускай оно как бы само покрутит, потому что... Не, я посмотрю будет. Сейчас, да. Возникали в семье разговоры такие, что там, что будет в случае, там, если что-то вдруг, ну, начнется там война, что делаем вообще? Это, соответственно, как бы в квартире не выжить. Вот в этом вот, в кирпичике каменном, на черном этаже, ну, как бы ты не выживешь никак без ничего. Соответственно, вырываться из города туда, где можно достать себе дрова, питьевую воду, подстрелить там, не знаю, там, бурундука, неважно, это будет или ворона, ну, то есть что-то сожрать. В принципе, как бы, даже я, например, сейчас знаю по себе, в принципе, что, в общем-то, ну, вот там багор висит, багром я затыкаю медведя, просто надо знать как. Вот именно здесь как бы начинаешь понимать, что в принципе никаких границ для человека не существует. Завиток и... Скажешь, не надо же. Ива выше она связь. Завиток Ива. Доброе утро, Степан. Дождь выходил или нет? Не слышал пока, не слышал. Николаич, это Ива. А, ну здравствуй, здравствуй, Петрович. Как здоровье? Здравствуй, дорогой. Нормально. Как у тебя?
Это хорошо, это хорошо. Это я вообще отлично слышал, вот Степана едва. Сейчас подожди, выйдет, послушаем, что он там будет говорить, слышит, не слышит. А что, хорошо стало слышно? Да вообще, семерка! Вот это да! Это я давно не включал! Слышь? Да, я слышу же! Ну, рад слышать тебя, хорошо тоже слышу. Что связи? Ну, видишь, кто-то вышел, не слыхать так больше никого, кроме него. Контор и Степан очень плохо слыхал. Хотя Степан, вон, 3 часа и здесь меньше, уходит на него, доплыть можно. Петрович, всего доброго, давайте 15 до связи. Давайте, давайте, дорогие, давайте, всего доброго до связи, до 15. Надо же, хуй, сейчас я вышел на связь. Такая связь дерьмовая, поэтому я не подожду. Все работало, ну, телефон работал, как ревун, заорет, аж окна трясутся. Туман, КРМ работал, все работало. Эти батареи там мыли, все дрюкали, девчонки бегали, каустиком промывали. Ну, все работало, все дышало. А сейчас, что у тебя не горит, моя? Тарань еще что-то проблескивает, вообще что-то выгорит. Вот так вот. Снабжение такое, что вообще говорить. Что мы здесь работаем, работающий маяк, светящийся в ночи, видим второй раз. Не, вот ну ты это, конечно, утрируешь. Да ничуть я не утрирую, ну, никогда его не заводил. Как бы были жалобы от капитанов кораблей о том, что маяк не работает. Был один раз даже случай. Туманец такой, дождь как раз у нас в бане вечером был, а Иркен с бани выбегает в полотенце. Юра, НЛО! Из-за НЛО. Да вон, ну как бы, а стоим тут на пороге, я, ну так вот общаемся. Он, да вон, смотри, я захожу за угол, как бы вот получается тех зданий маяка, и такое просто огромное гало, короче, над ним. Темнота, ну как бы темный силуэт тех зданий и гало. Просто, ну, весь мыс такой яркий. Блин, а что это, ну, как бы, а что это может быть? Маяк, понятное дело, не работает. Петрович снялся по делам, якобы. Взяли ружье, фонари, короче, пошли смотреть. В рассвет мертвецов. А это капитан, у которого не выдержали нервы, уже светит на маяк. Да, он, короче, просто там, ну, судно большое какое-то там такое. Потому что когда он прожектор отвернул в сторону, когда ему надоело высвечивать маяк. Когда ему надоело освещать там маяк. Там такая иллюминация у судна, ну, судно реально огромное просто. Да я еще говорила Петровичу, Петрович, ну как так, ну сюда ходят наши, как бы, ну, это же, ну, риск какой-то, ну, подстава. Ну, он говорит о том, что как а там у всех ГЛОНАСС, там нет, у всех... Нет, не то, чтобы у всех ГЛОНАСС контора не снабжает, у меня одна лампочка осталась, контора не заинтересована, как бы, я тут, в принципе, доживаю, досиживаю, донашиваю, как бы. Вот мы приехали, а кто-то свяжет опять, что приехали. Мы подаем полей, мы подаем полей.
Да. Палтус не идет, вот в чем дело. Попробовал, палтуса нет. Ага, хорошо. Ну как палтус будет, я, наверное, приеду, привезу. Давай, счастливо. Ага, встретимся, давай, дорогая. Да, начальство, командир наш. И это, как его, сухогруз будет в первой декаде августа. Что я сюда свалю. Ни хрена. Чтобы он в бочку залез, и чтобы он ее уже оттуда не вылез.